Дальше у нас здесь. Вот такая вот штуковина. Вот этой штуковиной можно чистить уши. Вот смотрите, вот такая вот ручка пластмассовая. И вот такая вот штуковина про резину. Ну, резиночка, можно сказать, чтобы больно не было ушам. Вот эта штуковина. Засовывать в ухо и крутить. Вот такая вот штуковина. Дальше.